Сегодня делаем красивую бутоньерку на праздники. Нам понадобится два цвета гофрированной бумаги, репсовая лента, эвкалипт, листики, тычинки и три конфетки. Начинаем делать розочку из гофрированной бумаги. Делаем вот такие вот прямоугольнички, складываем пополам и делаем форму листика. Вырезав прямоугольник, согнув его пополам и поместив туда конфетку. Дальше заклеиваем. И помещаем на шпажку. Дальше будем прикреплять лепесточки. Дальше мы делаем бутончик, вырезали вот такую вот основу, растянули ее и помещаем туда конфетки. Дальше мы собираем все элементы на бумагу, чтобы потом прикрепить к нашему подарочку.
Наша бутоньерка уже готова. Такой вариант бутоньерки можно закреплять как на двухсторонний скотч, либо же на ленточку. Отличный подарок на все праздники, особенно вот ближайшее на 1 сентября.